ПРП берите. Вам это не нужно скринить. Блин. Откат, Шинкс, неправильно отыгрываешь. Откатывай. В настоящем времени со Шми открывает дверь шкафчика, а не шкафчик открывает. Ну, типа, это ж настоящее время открыл. А, нет. Это прошедшее время как раз. Так что пиши, открывай дверцу шкафчика. Дверчу. Дверцу может. И не шкафчика, блядь, шкафчика. Ёх ты мой. Открывает дверчу шкафчика. Достает хурабин. Аэр там придумаешь ты, блин. Берет карабин аэр и кладет в кобуру на по... Ты дурак? Ян. Ты мне... Что такое? Блять, какой карабин еще для... Блять, какая еще кобура, лот? Ой. Кати это. Берешь ее просто в руки, получается. Типа. Берет карабин АР-15 со шкафчика. А, блять, стоп, а ты откуда? Я хотел ГОК в кобуру. Открой дверцу сначала. Открывай дверь шкафчика, вот так, вот. Правильно? Да, да, да. Берет карабин АР-15. Да, вот так. Ян, ты отыгрываешь. Ты шми берет карабин АР-15 и шкафчик. Затем берет пистолет ГЛОК 19 и кладет пистолет ГЛОК 19 в кобуру. Кладет это в настоящем времени. Слышь, Дуа, ты играешь, что ты ее в руке держишь? Какой? В левой, например, там. Правый делает. Просто я хочу, чтобы вы РПшить научили. Потому что чем больше от вас РП, тем лучше становится. Элитные бойцы, так сказать. Вот текс? Берет карабин АР-15, да. Но я бы тебе, знаешь, что предложил? Смотри, больше действий в команде отыгрываю. Получается, смотри, сейчас пример дам тебе, покажу. Вот. Вот это пример нормального. Пример по отыгровке. Сожду, это команда от третьего лица, получается. Вы отыгрываете... своим упоминанием имени, например. Если я всажду, например, спрашиваю у Яна этот состояние, он пишет, типа, всажду. У Яна огнестрельное ранение в грудной клетке, вот так вот, типа. Правой рукой берет пистолет ГЛОК 19, кладет его в кобуру на поясе. Вот, вот это нормально отыграл. Хорошо.
Теперь вам всем так надо научиться отыгрывать, и вообще будете, блядь, я говорю же, элитными бойцами. Я ж, вот смотри, чем вы отличаетесь от обычных ПДшников с другую, ну, с других департаментов, например, РКШД и ЛВПД? Потому что вы проходите академию, и вас учат здесь. А там нихера, там УКАК, ТНКОД, ВТО и все типа, лол. Хрень, короче, так сказать. А тут вы уходите, и полностью уже базовая РП у вас лежит. Вы знаете, как отыгрывать. Вот Шинкс, например, вообще не знал, как отыгрывать. Он в Сашми с большой буквы в прошедшем времени. И отыграл, получается, как-то вот так. Это да, это солидно. Так вот он отыграл, типа. Ну, прикольно, да, можно и за мной повторить, конечно, ну ладно. Он бы еще в слове багажник допустил бы две ошибки. Так я вчера и сделал. Типа, да, мне еще этот пишет глава Дея, типа, ну, хотел до печенек подоебываться, а вижу, ты с ними катаешься. И так точно нету такого, откатывай. Так точно у нас нету. Это тебе не армия. Типа, да, отвечай нормально. Для него, ну, это новая система повышения будет ай-яй сложная. Да, и вот ему, блядь, надо отдельную систему повышения, наверное. Так лагает, потому что завезли этот, что ли? Голосовой чат или что, не понимаю? Его что, завезли? Не, вроде. Не, не май его еще.
Ну да, ну да. Куда? Стоять! Направо, направо, направо едь. Назад, он поехал направо. Он же налево, направо поехал? Направо. Он же направо вроде. По трассе к заправке. Возле заправки. Да, на следующий, которая возле Арму. Если ты попросил, то я тебе... Нет. По мини-карте было видно. Скорее всего. Ну я по мини-карте видел, что она в эту сторону едет. Дальше я хер знаю. Возможно, вон она, это, к Джизи. Шесть три три вроде бы. По эти данные 657. Оксанка. Вот. Ноты уголовных кодекс. Получается у нас еще уход с места ДТП, создание аварийной, наезд на пешехода, взятка, неподчинение, неподчинение сотрудников. Сказ выплат. Да, а она уехала, получается, с места, блядь, это как получается? Не ДТП? Как бы ж там было ДТП? Нет? Так, а мы уехали с этого места. Может, мы за ней погнались, типа. Уголовный кодекс. Давай, знаешь, или что выдали? За... неподчинение сотруднику... А, блядь, давай уезд, блядь, с места ДТП. 3.1. Thank you.
В натуре потерялся. Че он мне в ВК написал? Возле автошколы неподалеку. Точнее, даже ближе к ЖД. В том районе. Дискорд. Если бы не Джеймс, я бы даже, наверное, и не заметил, что тебя нет. А, шоу так. Я что-то вижу, блин. Вроде две яйцеголовы сидела, нихера к мне это, блин. Уже эти скажи яйцеголовы называли вообще. Ребят, за мной заедете? Да, это все возьми. Это она, нет? Возьму. А, нет. Она уже возле автобазара. Сбивай только, смотри, мой фрапс. Я понял. Да, где-то там. Вот, возможно, нет. А, нет. Там же уже автобазар? Да. Прямо на въезде. Не-не-не. Наверное. Ты чё ж не пробил ты? Да, это она была. Ребята, меня её гоните. Да по-любому, ты сейчас её задержишь. Леха показывает где-то справа, возле автобазара. Опять? Да. Она нас кругами гоняет. Какой автобазар? Она вон далеко отсюда. У меня метка показывает автобазар. 657 ты смотришь? Да. А, сейчас показывает. Смотри. Красное такси. 1060 красное такси. 5 едет в сторону ЖДЛ. О, ЖДСФ, в сторону ЖДС. Проехала ЖДСФ. Ну-ка, Ян, подожди. Сейчас я сейчас приду. Давай. А где Ян? Если админы будут спрашивать, скажи, он отошел.
Окей. Мы возле... Чуть дальше СМИ. Чуть дальше кого? СМИ, в сторону ЖДС. А мне можно к вам подбежать? Да. Наверное. Да, не нравится. Боюсь садиться кому-нибудь в машину, еще украдут. Деньги потребуют. Кому ты надо? Я помню, меня на смартер поукрали. Я реломился. Ян, можешь подъехать? Джеймс за рулем, он отошел. Никита. Что-то вас тут-то нету. А вот вижу, все голубые стоят. Сам такой. Кати, дурак. Навписывал этой всякой хуйни из этой аккаунт этой всей, блядь, и тут тебе хершины. О, за неправильную парковку. Сейчас чего куда? Штраф. Ах, эта девка сюда едет. Thank you.
Егор. Ян, ты тут? Шинкс. Ян и Шинкс, вы тут? Thank you.